Лёлик, что ты делаешь? А я это, чищу. Что ты чистишь? А зубы! А. Ничего себе! Да! А где ты это взял такое? А ну где взял? Я это взял на своей планете, на нашей планете, в Клоунланде, да. Я вот просто учусь зубы чистить. Вот так. Чистим. Что? Ты неправильно чистишь зубы. Как правильно? Вот дай мне, я покажу. Я вот знаю все про зубы. Ну на, покажи. Давай, смотри. Давай. Значит, зубки, да? Ой, забыли. Ой, здравствуйте, ребята. Да. Простите нас, пожалуйста, мы тут просто так зубы чистим. Да. Кстати, и сегодня мы научим чистить зубки вас. Да. И меня. И тебя обязательно. Давай, показывай. Давай, смотри, да. Значит, что? Вот так. Бьешь пасту. Пасту, да. Так, потом. А какую пасту? А вот... Пасты бывают разные. Давай, хорошо. Бывают взрослые. Бывают детские, бывают взрослые. Да. А, я люблю чистить детскими, а вы? Да, потому что у них разные вкусы. Банановая, клубничная, там черничная. Давай, идем дальше. Вот. Да. И, значит, пасту вот так взял. Да. Потом вот так, хопа, и вот так, оп, чистишь, так? Чистишь. А потом, знаешь, что самое главное? Нужно вот так открыть ротик и почистить вот здесь зубки. Потому что все микробы прячутся внутри. Да. Да, ты знаешь, что такие микробы? Микробы? Да. Это, ну, это такие вот ужасные. Да, такие маленькие букашечки. Да, они прячутся. А, наверное, они из-за них тогда портятся зубки, да? Да. И появляется кариес. И лучше вот от него избежать. Такие вот маленькие микробы. Да, такие маленькие. Их не видно даже, знаете? Их можно рассмотреть только под микроскоп. Да, он такой маленький аппаратик, куда смотришь. Да, туда смотришь, там такие стоят увеличительные стекла. И этот маленький такой маленький микробчик, он такой большой. Да. Вот по стеклам такой большой. Но... По стеклам такой маленький, а по стеклам такой большой. Лёлик, послушай. Давай. Все, знаешь, какой секрет? Вот так. Микробы прячутся не только в зубках вот здесь внутри, но еще на языке. На языке вот так. Вот так надо открыть язык, смотри на меня теперь. И чистить так. Вот тогда все микробы сразу убиваются. О, а вы так чистите? А самое главное, знаете что, ребята, что чистить нужно... Два раза в день зубы, да. Утром, вот, и вечером, когда перед спать, сном, да. Вот. А вообще, если это позволяет, вообще можно чистить даже и три раза в день. Да. Там, после обеда, когда покусали, вот так, полный звук, хочется там, вот так, пройтись куда-то, надо зубы почистить. Вот. А покажи еще раз, как нужно чистить. Вот так. А еще, наверное, вот так, закрой-то. Вот так. И зубки тогда беленькие. Да, зубки будут беленькие. Вот, а кто правильно чистит зубки, для того обязательно будет мультфильм. Чё? Будем смотреть. Правильно чистили. Пошли. Подожди. А после того, как посмотрим мультфильм, обязательно чистить зубы ванную. Да. Туда. И потом спать. Где моя любимая игрушка? Твоя любимая игрушка, вот. Я только с ней смотрю. Давай. Так. О!